Я к тебе остыл, как этот чай, который в кружке с самого утра. Меня ни разу больше не читай. Вся эта чушь уже не для тебя. Я прошел 9-й ада круг. 10-го не вынесу совсем. Меня опять по-своему поймут, причислив вновь к сторонникам измен. Но я давно не ощущаю зла. Но я давно не чувствую людей, в чьих жилах кровь подобие огня, и в чьих глазах я конченый злодей. Я к себе остыл почти совсем, как чей-то пыл к искусству и стихам. Мне все вокруг приходится никем. Но я себя ни разу не предам. И нет пути обратного для тех, кто хлопнул дверью, громко уходя. Есть те, кого прощать безумный грех. Да бог с тобой, но главное не я. Ведь я к тебе остыл, как этот чай, который в кружке с самого утра. Меня ни разу больше не читай. Кого угодно, только не меня.